и полмесяца разыграем. Но если мы здесь наберем 400 лайков, мы разыграем по 2 боевых пропуска. То есть 4 боевых пропуска будет разыграно у нас в том месяце, когда будет, соответственно, Shaft Legacy и Диктатор Legacy. А рекомендую, ребята, вам подписаться и зайти на сервер кафе у сатаны. Залетаем, и здесь, соответственно, у нас проходят и конкурсы, и разные мероприятия. Угадай слово, угадай число, за которое можно у нас, соответственно, пофармить достаточно неплохие, соответственно, призы. Поэтому, да, залетайте, передавайте от меня приветос главам и администраторам данного сервачка. Ссылочка на него будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн. Этот ролик у нас с тестового сервачка. Да, здесь у нас есть кое-что интересное, а именно, я не зря нахожусь на вот этом сочетании Диктатор плюс, соответственно, Шафтяра. Потому что мне подписчики немножко проспойлерили, что здесь у нас на них завезли Legacy скинчики. Но есть одно существенное но. Мы, как говорится, их, соответственно, в боевом пропуске сейчас почекать не можем, потому что их здесь у нас пока не добавили. И их можно посмотреть только лишь в гаражике. Заходим, соответственно, в Диктатора, в его скинчики. В его скинчики, я говорю, мы заходим. И здесь видим Диктатор Legacy. Смотри, ля. А какая тема? Ставь лайк, если хочешь новые Legacy скины. Они есть, поэтому ставь лайк и пиши комментарий, хочешь ли ты какой-нибудь себе иной скинчик, которого еще нету. Вот, также заходим потом в пушечку Шафтяра. На Шафтяру у нас тоже есть вот такой вот, соответственно, Legacy скинчик. И, по-моему, он не такой длинный, как казалось бы. Он вроде типа старый, просто кто не шарит за тему Шафта, когда он только вышел, эта пушка была прям несказанно длинная. Прям просто огроменная пушка. Потом ее впоследствии укоротили. Это, по-моему, у нас уже укороченная версия, но Legacy скинчик на Шафтика выглядел просто прям замечательно. Мне вот еще, знаете, что интересно? Я, наверное, сейчас зайду и посмотрю еще какие-нибудь скинчики на что-нибудь такое этакое интересное. Вроде бы ничего у нас больше не добавляли разработчики, а это значит только лишь одно. Знаете что? Не знаете, а я вам сейчас скажу, что будут эти скины у нас добавлены в челлендж, скорее всего, потому что здесь у нас ничего, соответственно, нового нету, ни на один корпус, и на пушке, я так думаю, проверять у нас тоже никакого смысла нету, потому что если бы у нас что-то такое было, вводилось бы, скорее всего, это сразу у нас... И на пушку, и на корпус. То есть, о чем я говорю? Если бы это была какая-нибудь фишка, связанная с той самой игрой. Вот, ну, во-первых, как бы игру вводить вторую, хоть это все-таки и день рождения Tank Offline. Возможно, какие-то, конечно, у меня предположения есть по поводу игры какого-то сайтика, но они, знаете, такие достаточно смутненькие, поэтому навряд ли будет вот именно в плане такой игры эта тема. И, скорее всего, эти скинчики у нас пойдут в челлендж, да. Так же, как это было у нас с Хантером и, соответственно, с Твинсиком. Хантер, Твинс у нас завезли, соответственно, эти скинчики у нас тоже подъехали. Вот, и достаточно тоже такое интересное сочетание, Диктатор Шафт. Возможно, сейчас это кажется какой-то такой, знаете, кринжовой штучкой, кринжовой темой, но на самом-то деле это сочетание было достаточно популярное у нас в те самые времена, когда, соответственно, еще динозавры ходили по этой планете. Вот, и на Диктатор Шафтах у нас тоже, соответственно, люди катались, но не в таком прям... Я бы не сказал, что в каком-то нереальном количестве. Они, конечно, были, но знаете, такое себе, типа, поскольку, постольку. Вот, поэтому почему именно добавляют вот эту вот штучку, а не какую-нибудь, допустим, другое сочетание с шафтом. Ну, а что там добавить? Какого-нибудь Титана Легаси? Ну, в принципе, тоже как вариантик, потому что Титана Легаси у нас пока нету. И его, maybe, у нас тоже в каком-то следующем обновлении добавят. Но... Опять же, меня радует тот факт, что... Ну, товарищи разработчики...
что товарищи-разработчики у нас все-таки добавляют какие-то, знаете, такие фишки, связанные с Legacy скинами, именно как раз-таки в челленджи, потому что я уже, опять же, не раз повторял, и опять же буду эту штуку у нас повторять и говорить. В принципе, добавить Legacy скины в танки онлайн, ну это вообще максимально легкая задача, максимально легкая, соответственно, даже я бы не сказал, что это проблема, это просто ты берешь и просто, соответственно, добавляешь какие-то легаси скинчики, которые уже были в танк онлайн, и, соответственно, скины на это все дело у товарищей разработчиков по-любому опять же есть. Помните, опять же, тот ролик, когда я у нас говорил, типа, да, возьмите какую-нибудь такую штуку, если у вас нету скинов, я с радостью вам предоставлю эти скины сап. Вот, и эта тема, соответственно, у разработчиков тоже имеется, тоже присутствует. Мне вот интересно, диктатор, это да, это понятно, он достаточно такой прикольный, прикольно выглядит, но какие будут у нас следующие Legacy скины? То есть, как я понимаю, со стороны разработчиков есть интерес добавить абсолютно все скинчики Legacy, которые у нас были до этого, то есть, чего у нас по факту сейчас нету из скинчиков. Получается, давайте прям пройдемся по пушечкам. Огнемет, Legacy, его пока нету. Да, огнемета у нас нету. Приза у нас тоже пока нету. И зитки, кстати, нету. Тесла, понятно, ее не было. Молота Legacy у нас тоже, соответственно, не было. Твинсик появился. Рикошет, соответственно, есть. Смоки теперь тоже есть. Тракера никогда Legacy не был. Вулкана тоже не было Legacy. Громы есть. Рельса есть. Арты Legacy нету. И, по идее, Гаусса Legacy у нас тоже нету. То есть, сейчас у нас шафт добавят. И, по сути-то, остается не так много вариантов. Да, это три пушки ближнего боя, и зитка, фриз и огнемет. А из корпусов у нас чего нету Legacy? Васпик есть, хорек есть, викинг есть, хантер теперь тоже есть, диктатор будет, мамонт есть, и получается титана нету. Тогда в итоге у нас следующим, соответственно, таким мгновением в линейке Legacy скинов это будет какая-то пушка ближнего боя и титан. В любом случае, потому что титан последний корпус, который нужно добавлять. Единственное, знаете, меня немножко прикалывает, а будут ли какие-нибудь Legacy скины на корпуса, которые вышли уже после, соответственно, ребаланса, и Legacy на них нарисовано не было. То есть вот так вот разработчики будут заморачиваться, чтобы сделать вообще всю абсолютно линейку Legacy скинов на все пушки и все корпуса. Если они будут этим заморачиваться, это будет прям несказанно прикольно и интересно. Если не будут, ну, обидненько, конечно, но окей. Получается, из пушек у нас не будет Legacy, это Гаусса, это Магнума, это, соответственно, Вулкан, Страйкер, Молот и Тесла. Все остальные пушки у нас тоже будут в Legacy скинах. Ну, блин, вот хоть как я не люблю у нас шафта, но все-таки, ну скажите, красивый. Красивый гадин такая, прям приколдесная такая штука, которая будет по-любому присутствовать у нас в танчиках и, соответственно, радовать наш глаз. Ну, опять же, прикольная штукенция, которую они мутят, что они не засовывают эту всю штуку в какую-нибудь такую, знаете, нереальную задницу, откуда это достать просто будет невозможно. По факту, по сути, сейчас боевой пропуск у нас стоит 700 танкоинов. Но это достать как нефиг делать. Естественно, когда выйдут у нас вот эти челленджи, я, ребят, несколько таких боевых пропусков разыграю. То есть разыграю на первые полмесяца боевой пропуск и, соответственно, на вторые полмесяца разыграем. Но если мы здесь наберем 400 лайков, мы разыграем по 2 боевых пропуска. То есть 4 боевых пропуска будет разыграно у нас в том месяце, когда будет, соответственно, Shaft Legacy и Диктатор Legacy. По идее, какие-то 4 человека у нас получат себе уникальные скинчики, которые их, ну, опять же, может быть, у них там какой-то вариант не будет прикупить, но, соответственно, я им такой вариантик предоставлю. Это хорошо. Блин, ну вот хотелось бы, да, вот что-нибудь такого это еще. Просто представляете, как, допустим, будет выглядеть какой-нибудь Вулкан Legacy или Страйкер Legacy, или те же самые корпуса летающие, которые там разработчики, знаете, рисовали, такие вырисовывали высокополигональную такую штучечку, а тут хопочки. И просто деревяшку такую, оп-оп-оп, коробку. Но мне кажется, нарисовать Legacy скины на летающие корпуса, ну, как нефиг делать.
Потому что из Legacy, что по факту здесь у нас? Допустим, того же самого Диктатора взять. Ну, просто коробка рисуется. Соответственно, линии какие-то, потертости, немножко темноватый скинчик, и все. Legacy скин у нас готов. Но, опять же, будут они это делать или нет, это уж совсем другой вопрос. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.